Здравствуйте, с вами Дмитрий из Орла. И сегодняшний ролик я посвящаю горчичному маслу. Сейчас у нас август, и я с удивлением обнаружил, что масло подсолнечное, самое обычное, нерафинированное, в магазинах либо отсутствует по нормальной цене, либо довольно дорого стоит. Иными словами, довольно сильно подорожало обычное нерафинированное подсолнечное масло. И как-то это странно, хотя, может быть, не знаю, оправдано сезон, там, не знаю, я не знаю, в чем дело. Но в магазинах «Магнит» обнаружил я масло вот такое, «Сарепта» называется, горчичное. Я, кстати, это масло давно уже покупаю, уже много лет. Именно вот горчичное масло. И вот в такой бутылке. Литр масла такого в магазине «Магнит» стоит всего 92 рубля. Там по акции я покупал. Буквально на днях. И я прочитаю, что на нем написано. «Сарепта основана в 1810 году». Имеется в виду, видно, фирма, что ли, так называется. «Традиционное горчичное масло. Нерафинированное». Вот, на этикетке написано. Нерафинированное, холодный отжим, источник жирных кислот омега-3,6,9 и витамина Е. 1000 миллилитров, то есть литр. Для салатов, жарки и выпечки. Так, дальше что тут у нас за надписи? ГОСТ такой-то. Это я подсвечиваю фонариком. Горчичное масло «Сарепта», да, состав 100% нерафинированное горчичное масло, не содержит ГМО. Горчичное масло «Сарепта» – это нежный вкус и тонкий аромат настоящего горчичного масла, изготовленного по традиционной технологии. Методом холодного прессования. Наше горчичное масло полезно для здоровых и универсальных. Полезно для здоровья и универсально в кулинарии. Так, имеет температуру дымления более 200 градусов. Поэтому одинаково подходит для приготовления и холодных, и горячих блюд. Вот это хорошо. Содержание в 100 граммах 99,3 что ли грамма. Энергетическая ценность в 100 граммах 800. Там не вижу особо. 898 килокалорий. Так. Хранить при температуре не выше 20 градусов в темном месте после того, как вскрыта упаковка. Так. Хранить в закрытых затемненных помещениях после вскрытия упаковки, да, при температуре не выше 20 градусов. Изготовитель. Общество с ограниченной ответственностью. Волгоградский горчичный маслозавод. Вот даже как. Горчичный маслозавод. Сарепта. Волгоград. Это Сталинград раньше город был. Адрес тоже такой электронный и простой. Волгоградская область, город Волгоград, улица Бахтурова, 2. Телефон 800-44-40-28-81, так кажется. Да, вроде. У меня просто зрение не очень. Тут очень мелкие буквы. Но это можно в интернете найти. Дата изготовления, разлива, система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Ну, в общем, ладно. Все эти надписи я читать особо. Я их, в принципе, и прочел уже. В общем, масло замечательное. Вот взять его даже попробовать, даже вот попробовать его, если даже просто взять и так пальцем макнуть,
вы знаете, душистая. Вот действительно чувствуешь, что там что-то есть от природы. Я небольшой специалист по маслу. Но оно настолько вот маслянистое, что даже в своей капле содержит замечательный такой душистый аромат и очень приятный на вкус. И вкус этот, ну даже передать не могу, ни на что не похож. Вот кто не пробовал горчичное масло, обязательно попробуйте. Классный вкус такой, приятный, мягкий. И на мой взгляд, даже вкуснее подсолнечного. Хотя подсолнечное, оно, конечно, роднее и как бы привычнее. В общем, такое вот желтенькое, видите, оно такое все. Очень хорошее масло. Использую как? Ну, поскольку... Не, реально вкусное. Даже вот просто на булку так налить, и то вкусно будет. Душистое, ароматное, вот как еще сказать. А поскольку я еще и блинчики себе жарю периодически, то я каплю этого масла смазываю сковородку. И тут видно, сказано, что до 200 градусов оно безопасно. В общем, отличное масло и для жарки, и для холодных блюд. И в кашу очень хорошо, и в салаты, естественно. Попробуйте. Тем более, что оно получается сейчас по теперешним каким-то временам странным почти в два раза дешевле подсолнечного масла, ну, например, слободы. Вот. Взял я 92 рубля вот это. Две бутылки купил и, в общем, вам советую. Вот такое замечательное горчичное масло. Обязательно попробуйте, если вы не пробовали. И вот какие-то странные такие времена капиталистические наступили, что подсолнечное в два раза дороже горчичного. Хотя, в принципе, оно как-то поэкзотичнее подсолнечного. И просто так должно быть немножко подороже его. А, кстати, раньше оно и было подороже его. Сейчас, наверное, такая ситуация сложилась, что какой-то перекос такой в экономике. Но, одним словом, отличное масло. Купил я в магазине «Магнит». И вам советую, попробуйте. А что важно, оно и для жарки хорошо, и для этих самых холодных блюд, для салатов, все такое. Масло «Сарепта». Вот такая реклама. Ну, что самому нравится, то и вам советую. Всего вам доброго, всего хорошего, здоровья и, так сказать, всех благ.